Весенние обновления не только в природе. В студии новостей «Видно ТВ» уже несколько дней. Кипит работа, меняются и обновляются декорации. Новости будут выходить в привычное время, но в другом антураже. Если честно, то даже не все на студии знают, что именно вы и мы увидим через 2 недели. Вот эти декорации наши телезрители увидят 14 марта. Эти декорации мы делаем своими руками. Надеюсь, что они будут очень необычные, в них есть определенная идея, определенная концепция. Всего раскрывать не буду. Надеюсь, что нашим телезрителям все это понравится. Отдельно хочется рассказать о новостях погоды. Особенно актуально менять отношение к погоде весной. На разных телекомпаниях предсказания синоптиков подаются по-разному. Где-то ведущими становятся сами синоптики, но обычно это модельной внешности девушки, нередко СМИ с титулами. Ведущие погоды, как правило, стоит на таком зеленом или ярко-синем фоне. Этот рир экрана называется хромакей. И таким же словом называется и технология совмещения изображений. Сейчас за моей спиной ничего не происходит, но вы видите, как меняется картинка. Она зависит от воображения дизайнера телекомпании, от задач или от возможностей. С 14 марта в новостях «Видно ТВ» появится новый ведущий погоды. Или ведущие. И пока это интрига даже для нас самих. Мы очень рекомендуем всем мамам, папам, бабушкам и дедушкам обратить внимание на кастинг, который пройдет на телеканале «Видное ТВ» буквально вот уже в начале весны. Самое главное, что мы ищем нового или новых ведущих прогноза погоды. Главное требование, чтобы это был мальчик или девочка в возрасте до 10 лет, чтобы он умел бегло читать не по слогам, а как взрослый человек. И уже ровно через 2 недели мы сможем порадовать вас новыми ведущими. Итак, мы принимаем заявки в виде звонков, писем. Адрес электронной почты и номер телефона вы видите на экране. Также пишите нам в социальных сетях, мы непременно увидим ваше сообщение. О дне проведения кастинга будет объявлено дополнительно. На кастинг допускаются все, кто предварительно на него записался. Встречайте весну вместе с «Видное ТВ». С нами теплее. Татьяна Кременецкая, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. «Видное ТВ».